В Иванове новые жертвы непогоды. Рано утром во вторник под снежной тяжестью обрушилась крыша двухэтажного дома на улице Лежневской. В 3 часа ночи услышали очень сильный грохот. Вот. Ну, как-то сразу подумали о том, что сошел снег с крыши. Выглянули в окно, снега нет. Ну, вроде как, вроде все тихо, легли дальше спать. Минут через 5 соседи стучат, что вы что спите, у вас крыша обвалилась. Вышли на улицу, увидели, что крыша обвалена. На место чрезвычайной ситуации выехали экстренные службы. Все 30 жильцов были эвакуированы. К счастью, обитатели дома и их квартиры не пострадали. Все утро люди провели на улице. Потом им предоставили бесплатные номера в гостинице «Иваново». Было разрушено, я напоминаю, порядка 40 квадратных метров. Обильная снеговая нагрузка и аварийное состояние обрешетки данного дома, непосредственно данного этого дома. То есть сломалась одна обрешетина, потянула за собой соседние. И получился вот 40 квадратных метров у нас обрушение кровли. Пострадавшие рассказывают, что полной расчисткой крыши жилищная компания не занималась ни разу за столь снежную зиму. Жители сами замерили толщину снежного покрова на крыше. Итог – 78 сантиметров. Однако огромная прореха в кровле – не единственная головная боль у пострадавших. По всему дому поползли трещины. По всему коридору, по всему дому, по периметру, везде одни трещины. Находиться здесь опасно, признают нас ветхим или аварийным, неизвестно, но находиться здесь опасно. То есть нужен либо капитальный ремонт, либо нас должны расселять. В гостинице пережидать беду никто не остался. Все пришли в свои квартиры. Ведь там имущество, нажитое за долгие годы. Деньги на ремонт кровли выделят из аварийного фонда. Последствия обрушения будут ликвидированы в течение 3-4 дней. А вот попадет ли дом в категорию аварийных, пока неизвестно. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.